я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я уже кулаки раздал. Аура паладина. Да просто какой-то выбегать, но нет смерти.
Повтори, где Коломой, я тебе по телефону говорил. Да, Хилю? Угу. Цирк, привет! Долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно — их нужно остановить. Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас.
Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Соскользнет в бездну. Выпала честь узреть начало эры разрушения. Сейчас. Небеса в огне. Босс, отойди, блядь. Трусы стоят в припек боссу. Звездочка прыгает отсюда, вот дотягивает сумерки. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Знака, ты тоже заходи. Да тут всего хватает. Надо подождать. Сейчас.
Слава, ты шаришь за хилбот. Народ, кто-нибудь знает в хилботе, как вот метки Халиона, чтобы они отображались в хилботе, то что слетело и не знаю, как вернуть. А у меня воду этот комп не тянет, ну типа он больше жрет операционки. Лагать буду. Дабл вар, ты опоздал. Нет, не с гильдии, но я написал, что на сову роль. Сейчас я зайду. Оставь слот на Фурика или Паладина. Сейчас я разберусь с хилботом. Зайду. Ткни там вторую кнопку сверху, которая... Нажал, дальше. Вот там вот выбирай, ну там надо прописать новый дебаф, и надо название этого дебафа прописать, и так там тебе будет показываться. Хорошо, а тут как-то выбирать надо новый или что? Типа смотри, у меня получается в категориях, да, может хиллбок его нету, резки. Только ЦЛК. Ну, я понимаю, это не важно, просто напиши, чтобы он тебе... Ага, понял, сейчас. Новый дебаф, и я не знаю, как он там называется. А, то есть нужно еще по имени эту метку назвать, или без разницы, просто обо что написать? Новый дебаф, надо правильное имя написать, тогда он будет отображаться у тебя. Пожирание прописывай тогда. Пылающий огонь и пожирание души. Поставь для него приоритет там, типа единичку, тогда он тебя будет все перекрывать. Понял, спасибо большое. Так, плащу. Не знаю, на холодине у меня это есть, отображается, а на шамане и друиде что-то не вижу. Я даже... А, я знаю, кстати, почему. Почему? Сейчас. Посмотрю вкладку правильно, я не помню, как она называется. Это... Ты конечно лечение тоже. Вот первая вкладка, там где дебаф. Видишь, да? Вот там у тебя столбиком написаны, ну, строчками написаны твои спелы, которыми ты можешь диспелить. Вот у тебя, наверное, там ничего не выбрано. Да, вижу. Нету. Вот если ты их выберешь, то он тебе будет показывать все, что ты можешь диспелить этим скиллом. Все, понял, спасибо большое. И в резке тогда все будет показываться. Да просто у меня было, я как-то не заморачивался, а тут вижу, зашел, слетело, все. Спасибо большое. Так, сейчас зайду. Так, кем надо? Кто там? Ну вот, Фурик или Ретрик, могу про там пойти. С этой домашкой, с этой потанчить. Могу ему потанчить. Сейчас зайду. Может, конечно. Там вары будут танчить.
фурики. Прям с пула, блядь. Да нет. Там, если фурики сразу не будут врываться, а подождут где-то секунды три, то потом они уже не сорвут. Там печать настакается, когда это вот порчи протопал, начинает нормально дамажить. И там еще ставится ретриковская этот, ну как он называется, манускрипт на 200 сил. Ты же танчил уже вроде, не? Я говорил про товара. Попало, нету. Но я свет. Да, 61. Единственное, что колечко проебал. И колечко будет на фурика. Ну, плюс огром будет. Ну я свет не проебу. Он был, по-моему, да.
не могу пригласить члена другой группы. Не, не отвалился, я долго. Могу пригласить члена другой группы. Да, кажется же, тут товары с него агрессор рукой не войска. Но тем более на пол один хан. Ну, смотрите сами, я могу хурика спекнуть, мне без разницы. Давай. Сколько там тебе первый раз СП дебал? 23, вот на 23 больше будешь давать. Ну, плюс 100 ДПС стало, наверное.
Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Тут это самое, раз танки есть, давай я проще зайду на мату. Да. Так, может я на Балтара тоже спекну в такие случаи? Положу копию в шуруп. Ну, чтоб не было такой фигни, как в прошлой РСК 1 основания. Ну, смотри там. Ну, вроде даже получше меня пробег. Ну. Ну, я бы лучше бы себе потанчил. Я-то просто к тому, что не особо много РДЗ, я к тому не могу. Оставляет живых.
Берта, дайте, а. Твое сильнее страдание. Я третий возьму. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка... Еще одну резку успеем? Атакой руководил кровожадный Заритрия. Зачем? Чтобы завтра потом никто не пришел? Или послезавтра? Нормально, ЦЛК сегодня обычку сходим и все. Да и ЦЛК сходим и резко успеем. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но... Кто где слей, бач? Их нужно остановить. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Глупо было и надеяться. Ну, да фу, а что я меня убил? Оторвал, что ли? Понял. Понял.
Назойливая мошкара! Вы опоздали! Рубиновое святилище пало! Валентиня тут кто-то. Мак, да и тут. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узнает начало эры разрушения. Вы в прошлой резке были? От босса отойдите, милики, алло. Поставь на мисо, да и все, пока. Морды на портал, морды на портал. И морды на портал, верни, алло. У меня так и стоял, нехуй палу переагривать. Таких героев.
пусть перебегают на танке. Я тебе больше скажу, только РШ может себя дисполить, остальные шаманы не имеют. Согласен, Войт, ты обоссанная макака просто, помойная. Фу. Дайте портал двора. Ну, у нас же только танки одни были, никто не писал, правильно? Спасибо, Мак. Ну, как бы да. Но других танков Чешка не было, в принципе. Написано в РК, что мисс от роли на ДД. Ты в РК написал. А вы видите, что у другого танка она есть? А ну, больше никто танка не писал. Тогда еще. Хай танчит с чешкой. На другой ДК тоже ничего не писал, так что они все пусть на успе кролят. Какой это алкоголь? 25-я? ДК-шка есть вариант ходить? ДК, я говорю, есть вариант ходить? Будет можно? Либо ДК, либо магом. Вначале гильдийских соберут, и потом, если только слоты останутся, могут получать и собирать. Так, короче, что там, на ИП все зашли, нет? Сейчас накину, короче. Что, ЦЛК или РС? Да, ЦЛК.